Друзья, всем привет! С вами Санек, и это продолжение прошлого видоса. Вот кто не видел, вот здесь вот ссылочка про китайские колеса. Вот. Чем же это все дело закончилось? Я думаю, многим интересно, поэтому присаживайтесь поудобнее. Коротенькая история. Дождь лупанул, капец. В общем, чем же вся эта история закончилась с этими колесами, с этой резиной? Значит, в двух словах, продавец предложил Грише в качестве компенсации выслать еще два колеса за ихний счет. Ну, то есть, держи еще два колеса, и мы с тобой расходимся. Григорий отказался. В итоге Григорий вернул колеса продавцу транспортной компании. Продавец вернул Грише деньги за резину. Все до копейки. Единственное, что осталось, это транспортная компания, пересылка 2300, которую ему уже никто не вернет. Вот, как-то так. То есть, за посмотреть, пощупать резину, Григорий заплатил 2300. Ну, я считаю, это немножко дороговато, как бы, даже в моем, да, понятии. Вот, как-то так. Бля, лупит и лупит. Поэтому в конце сейчас приложу скриншотики переписки. Я думаю, все станет ясно и понятно. От себя скажу, продавец, чувак нормальный. Вопросы может решать, поэтому кто писал в прошлых комментариях всякие про него гадости, мужики, нет, продавец здесь не виноват, он только продает, резину делает Китай. Вот такие вот вещи. Ну, перед тем, как что-то покупать, да, все мы прекрасно знаем, стараемся мониторить товар какой-то, да, будь то на Алиэкспрессе, либо где-то еще. Смотреть какие-то обзоры, читать отзывы, короче, искать какую-то информацию. Вот, поэтому, мужики, ну, попадос есть попадос, что там говорить. Все, на этом буду заканчивать. Всем пока, всем мира, добра, побольше таких порядочных продавцов, чтобы могли решать эти вопросы сразу, на месте, оперативно. Все, всем пока. Да выключайся-то.